напевно, не один раз замислювалися над тим, як максимально зекономити та не сплачувати практично всю свою зарплатню за комунальні послуги і водночас не обмежувати себе в благах цивілізації. Досить цікаві ідеї в економії електрики запропонували студенти Донецького національного технічного університету. У минулому році на міжнародному конкурсі на розсуд комісії вони винесли досить цікаву пропозицію. Мы разработали систему, которая использует, значит, в тот период, когда недостаточно солнечная радиация, так называемую земную радиацию. То есть солнышко нам нагрело землю, мы ее потом собираем и подаем, опять же, потребителю. К, собственно, солнечному коллектору мы добавили еще бассейн. Бассейн, в котором вода, которая обладает высокой, значит, теплоемкостью, там, теплопроводностью и так далее. То есть вода прогревается, и когда солнце уходит за тучу, мы поворачиваем коллектор и одеваем его на этот бассейн. И оттуда мы получаем тепло, пока там солнышко снова не появится и так далее. Вот. В общем-то, идею эту мы запатентовали. З такими ідеями наші студенти серед багатьох країн Європи зайняли третє місце. В бесіді з професором проаналізували ми і дієвість видобутку необхідних ресурсів за допомогою вітряків. Але, як виявилося, для нашої місцевості це не досить дієвий метод, та й один із надто дорогих. Ми так по енергетиці посчитали, що це достатньо, ну, для какого-то небольшого предприятия. Вот его обеспечить там и промышленные установки, и освещение, и отопление, и так далее, с помощью этой установки можно. На подворье, конечно, это дороговато обходится и не столь эффективно. Тут те, кто занимается солнечной энергетикой, абсолютно правы. А ось доцент Андрій Топоров розповів нашій знімальній групі досить відомий та дієвий спосіб видобутку горючого газу, який є аналогом природнього та легко використовується для опалення приміщень на котельнях. В качестве сырьевой базы так выяснили, что газифицировать можно все, что содержит органику в каких-то определенных пропорциях. И вот нашли несколько интересных таких источников сырья, которые будут, можно не просто газифицировать, получать газ, а можно еще и использовать для улучшения экологической обстановки, разбирать старые свалки, разбирать какие-то. Это вот, например, это очистные сооружения городские. На городских очистных сооружениях при очистке воды получается очень много такого вида отхода, как илы. Его использовать санстанция запрещает напрямую. Какие-то технологии его переработки тоже практически отсутствуют. Ну а мы провели исследование, и при газификации все вредные, все там какие-то опасные вещества, они будут полностью уничтожаться. И из этого ила получать можно прекрасный газ, горючий, который горит, который можно использовать. Дослідницька група провела вже експеримент, як правильно та дієво це зробити. А також один із студентів навіть сконструював газогенератор. В лабораторних условиях ми провели газифікацію ілов, провели исследования, вияснили, як треба готувати іли, там їх потрібно змельчити, їх потрібно спресувати, там, ну, ціла технологічна така цепочка. І отримали, що газ, который получаем, он примерно, ну, половина по калорийности от природного газа. А по стоимости это бросовое сырье. Оно лежит, за сырье платить не надо, наоборот, экологи еще готовы заплатить за то, что мы освободим территорию, мы вычистим эти очистные сооружения от всего, и не будет загрязняться окружающая среда. Це не єдині ідеї студентів вишу. Зараз у планах молодих людей виграти грант та втілити у життя одну із мрій вузу. А саме забезпечити свої гуртожитки теплою водою за допомогою сонячних радіаторів. С точки зрения окупаемости, если сравнивать с классическими бойлерами, да, которые мы используем там, в среднем полтора-два киловатта, при, ну, то, что мы просчитывали для общежития, если бы мы поставили по три бойлера на каждый этаж, 100-литровых, да, которые по полтора киловатта, либо мы поставили одну централизованную вот такую вот систему, то в течение 3-4 лет оно должно окупиться.
що ж, талановита молодь та креативні люди завжди були надбанням будь-якої нації. На жаль, не кожна нація може цінувати і берегти те, що має. Тим не менш, радує вже те, що ми не стоїмо на місці і хоча й повільно, але просуваємося вперед. То, може, не варто сподіватись на зниження захмарних комунальних тарифів, а вже сьогодні самим починати модернізацію своїх осель. Адже, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече.